Пара-па-пум-пум-пум. Так, ладно, здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Нейт Гвард. Ну что ж, ребята, это новая серия по ЖКНчику. Мы с вами продолжаем играть на окраинах зоны, так сказать, рассказать здесь ситуацию с контрабандистами, с их лидерами и с тем, что, собственно, они награбили, что у них есть там по итогу, потому что нам нужны ресурсы для того, чтобы идти дальше в север зоны. Это, в принципе, логично. Хотя, с другой стороны, может, нелогично. То есть, получается, я, будучи братом-сталкером, пошел на окраины зоны, чтобы за военных отобрать у своих же братьев-сталкеров ресурсы, чтобы мне потом пройти подальше по зоне. Немножечко пахнет крысовством, но здесь плохие сталкеры. Не те, которые братья-братья, а, ну, такие сталкеры, знаете ли, жижные. Их можно, в принципе, поставить. Так, ладно, по ситуации, ребят. Собственно, это вторая серия подряд. Решил все-таки, что буду записывать вторую, потому что есть четкий план того, что делать в дальнейшем. Вот, поэтому, я думаю, за пару особых не будет. Даже не буду пока что паузу ставить, просто, как говорится, поприветствовались, лайкосики прожали, комментарии написали, колокольчик проверили, то есть небольшое предисловие сделали, все, всем остальном просто поехали играть. Ситуация тут какая, мне написали очень много человек про тайник, вот этот вот тайничок, который здесь лежит. Я так понимаю, это именно на нем находится винторез, собственно, тот самый интересный, и тайник я, собственно, заметил. С здания этого потрясающего, там двухэтажка, все дела, прикольно. Но вариантов, когда упасть, это я не нашел. То есть я что только не делал, и прыгал, и через заборы. Кажется, что вот тут все просто, как бы вот, ну, прыгни и достанешь, но нет. Я пытался, он не достает до этого карниза, собственно, чтобы сюда залезть. С того здания тоже не допрыгивает, дистанция слишком большая. Короче, я испробовал все варианты, как бы... Как это не достать, я пока что не понимаю. Писали люди про телепорт какой-то, но я проверил все арты, которые здесь есть, все группы, тут нет телепортов. Есть только телепорт к живому существу. Он не работает. У меня есть, типа, стеклянная группа. Артефакт стеклянной группы. Вот они, линза. Я нашел как раз таки ее. И вот у нее есть возможность телепортироваться к живому существу, навести на человека мутанта прицел, нажать кнопочку Т. Возможно, в старой версии здесь был телепорт куда хочешь, в принципе. И разраб, походу, чтобы ты не сломал модификацию, решил-то пофиксить и в завершении все-таки сделал телепорт только к живому существу, чтобы добраться до какого-то человечка или мутанта. Поэтому, как бы, ну, ТП-шить сюда я не могу. Как бы, что там, да и как дальше, я пока не знаю, поэтому забиваю хер. Ну, есть тайник, я видел его, круто, но ситуация такая, что понять мы его не можем. Поэтому сейчас просто пойдем на тачку, а, собственно говоря... Давай аккуратненько, сейчас не сломать ноги. Ага, нормально. На тачку и поехали к фабрике, разбираться, что у нас там на фабрике. Последняя точка, последняя база потрясающих этих... Контрабандюк. Я так понимаю, находится фабрика, она сейчас просто по прямой, да? Так оно и есть. А что, мы еле едем? Не понял. Это типа по траве так плохо и гоним или что? Давай, 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 разгоняйся. О, нормально. Прямо аж так светло с утреца, что не знаю, как-то непривычно, неприятно. Она в горку не может зайти. Да нет! Ну что за бред? Это что, какая-то шутка, что ли? Что за бредятина? Туши мотор. Я нажимаю вперед, она просто с какой-то скоростью ебейшей. Давай, давай, что с тачкой? Давай, поехали. Во, 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 нормально, нормально, нормально. Ну, ну? Да ты гонишь? Стоять, тормоз. У меня нет слов. Просто нет слов. Тачки не хватает тяги. Придется ебашить пешкарусом. Ладно, оставлю это просто скобочками, как говорится. Ну, не получилось. Не фартануло, не повезло. Блять, карта криво работает. Я ж бегу четко по линии, но все правильно. Пиздец. Препаратов больше на выносливость у нас нет, я так понимаю, да? Классно, классно, классно. Да, блять, веселуха. Настроение подпорчено. Ну тут, в принципе, не так далеко, по факту, вот она уже фабрика, но лучше бы, конечно, я эту дистанцию гонял на машине. Не, можно, мне кажется, здесь как бы, ну, просто нужно подрубить немножечко географии и, типа, объехать с другой стороны, но это впадло будет делать, когда ты находился на пожарке, сейчас вот это по кругу бежать через, ну, вот отсюда, получается, через деревушку, это было бы странно. Так, два тайника, фабрика, палатка царя. А, это тот самый, который там какой-то этот стоит... Трон разъебанностью, я вспомнил. Так, ну давайте разбираться. Что, 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 откуда? Я даже не вижу тварей. А, вон они есть. Бля, да идите нахер на самом-то деле. У меня не настолько плохая карма, чтобы меня вот такая стая собак ебашила. Успокойтесь. Просто успокойтесь. Живите все спокойно и, говорится, не трогайте меня. Что за приколы? Так. Ага. Не понял.
Кстати, почему-то кукла не высветилась слева. А, вон она заметила тайник справа. Все, я заметил, спасибо. Может, сломался скрипт? Это меня пугает. Просто она когда что-то пишет, она высвечивает это слева снизу. А куда упал тайник? Типа, с ветки на ветку, что ли, ёбнулся или чё? Да ладно! А куда он упал? Ну это же пиздец. Ну в смысле? Куда упал тайничок? Я слишком слабо его сбил, что ли? Ой, блядь, ой, давайте сразу нахуй. Заебали. А куда он свалился? Не, ну там вряд ли что-то сверхценное было. На этих тайниках просто обычные ресы, но... Бля, они, короче, с одной ветки на другую свалились, да? Прикольно. И вариков достать. Да я даже не вижу его. Он там, походу, в кромку ту палку оттуда. Или нет? Куда вообще мог упасть с такой дистанции? Ой, ладно, даже не буду все время писать на эту тему. Это обычные ресурсы. Мы уже такие 10 штук сбивали. Ничего там интересного в них не было. Ладно, поехали. Заходим в эту потрясающую местность, в эту лабораторию, в эту фабрику. С кучей аномалий. У нас же стоит детектор. А, у нас детектор не стоит. Сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Я был близок к тому, чтобы склеиться к чертям собачьим. Так, ну тут, скорее всего, есть... Ага, во-первых, я здесь вижу сталкеров. Во-вторых, я здесь вижу чумных крыс. В-третьих, тут, наверное, дохерища тайников, просто дохерища. Найти все будет крайне проблематично. Какая-то штука с радиацией. А, бля, это прям подсосня была. О, ну все, допрыгались нахуй. Труп, да? Груз 200, не вырвусь. Классно. Так, попытка номер 2. Теперь будем гораздо более аккуратнее. Зомбаритесь, херач, это очень плохо. Причем, возможно, это чумные зомби. Что еще хуже? Еще здесь много всяких тварей других. Второстепенных. А как упасть в эту штуку? Так, бля, не кусай меня, тварь. Кстати, глазик. Это аномальный глаз или обычный? Или просто глаз плоти? Это какая-то хуйня. Емкость с опасными веществами. Блядь, что? С опасным веществом прикосновения содержимого причет немедленную смерть. Понял, не трогаем, блядь. Написано, что сразу смерть. Какие-то чумные крысы, что ли, или что? Здравствуй, 14 век? Или как вообще, что происходит? Так, а где здесь тайник-то? Здесь должен был быть или нет? Или я перепутал? Тайник-то где? Тайника-то нихера не видно. А, тайник правее. А зачем я сюда зашел? А меня почему-то влекло прям в эту часть. Как будто здесь что-то должно было быть. Бля, я еще и застрял здесь, да? Нет, спасибо, не застрял. Меня прям влекло это место. Я не знаю, почему я хотел в него зайти. А тайник оказался правее, намного правее. Да, блядь, задолбал эта странная аномалия. Вот выстрелился тут посреди, блин, и стоит. А, вон в том пейзике находится тайничок, блин, с радиацией. Блин, может B190 пока ёбнуть, а? Это сантират и B190. Хрясь, защита есть. Тайника не вижу. А, нашел. Бинокль или справочный материал? Ну, сойдет, неплохо, я бы сказал. Мистер, это который взрывающийся, что ли, или что, блядь? Давай, иди сюда. Иди сюда, нахуй. Мы всех этих уродов порешаем. Куда ты встаешь, блядь? Куда? Тормози. Куда же, блядь? У меня очень жесткий дробаш. Очень, нахуй, жесткий дробаш. Чисто против таких тварей, как вы, создан, как говорится, работать. Так, тайника здесь не вижу. Собаку, которая меня ждала здесь, в этом месте. Она прям чувствовала. Что-то облака меняются в худшую сторону. Только не выброс, пожалуйста, не сейчас. Так, еще один тайник. Либо наверху, либо не наверху. Скорее всего, наверху. Там что-то тип какой-то писал, что под трубой найдешь там это. Или под губой, я так не понял. Так, есть вход с этой стороны, но здесь аномалия. Аномалия снизу или сверху? Вот вопрос. Ага, везде. Как говорится, ебало оф. А нахера вы выходите? Что они, блядь, делают? Что за ебанутые красные, эти, какие-то пережженные, блядь, зомби. Вижу там какого-то нейтрального типа, но есть подозрение, что это просто контролер. Знаете ли, я в таких телах уже подкован.
Ну просто зомби бегают, как бы обычно зомби сами по себе не появляются. Тут либо какая-то чумная диверсия была, либо контрабес работает. А он вполне может маскироваться и под нейтрального сталкера, и под свободовца, под долгаря, эти псионики. Ага. Ключик от гаража. Ключ от гаража на окраине зоны. А что? Я, конечно, сейчас пересохранюсь. Какой-то гараж на окраине зоны у нас закрытый. От него это сейчас ключик был найден. Это даже не тайник. Это просто типа ключик от гаража на окраине зоны. Так. Замотался, как говорится, на ус. Я, правда, не видел пока еще ни одного гаража открывающегося. Но, наверное, в деревне где-то мы не были. В деревнях там, наверное, гаражик есть, скорее всего. Буду иметь в виду. Хуя себе, ключик нашел. Вот тебе на, тебе, блин, вот тебе локация. Как бы здесь вообще ноль стадий сюжета, кроме там двух заданий, блин. Тут таких второстепенных. Чё, блядь? А чё, костюм пиздец? Нет, костюм целый. Радиация ёбнула. А чё это было сейчас? Я чуть ёбу не дал. Нормально. Что за хрень? Мне, честно говоря, как-то похеру. У меня радиация отсасывается тремя артефактами жесточайшими. А, игра аж залагала. У меня интерфейсу пиздец. Все. Приехали, нахуй, приплыли. Даже если это чумная срань, у меня есть таблетка от чумы. Я подготовился. Я готов к любому, кажется, раскладу вещей, которые сможешь произойти. Так, сейчас сначала еще смотрим вниз. Ворота заблокированы были, но мы поэтому и прошли, собственно, с этой стороны. Бля, да как же похуй на эти бочки, я сейчас всех впитаю в себя эти бочки. Здесь еще закрыли проход картой. Интересная система защиты. О, так а здесь вход был, здорово. Я не боюсь этой чумы, честно говоря, у меня есть таблетка от нее, прям хорошая была, качественная. Даже две, две ампулы от чумы чернобыльской, так что не страшно. Нам вообще похеру. Мы жесткие. Мы сюда пришли уже будучи готовым к любому пиздецу. Так, ничего здесь не вижу. Просто осматриваю каждый ебучий уголочек, потому что... Бля, скирот. Что за странная херня, блядь? Не знаю, зачем это было придумано? Взрывающиеся бочки. Что, блядь? Так, товарищ контролер, ну я поднимаюсь. Но это зомби. Поговорить можно с ним или нет? Сначала оружие убери, тогда и разговор. Да это зомби с арбалетом, это Ван Хельсинг. Болт, бросай оружие. Поторговать с ним можно? Понял, нельзя. Черт, с два, ты кто такой? Я тот, кто вышибет тебе мозги, если не сдашься, просто ты контрабандист. А, так ты, наверное, перейдет и вояка. Или их прихвостень. Опусти ствол, я не буду сопротивляться, давай поговорим. Где ваш лагерь? Нет лагеря, да я контрабандист, но бывший. Мои товарищи изгнали меня после того, как я подцепил одну редкую болезнь. Что еще за болезнь? Да, то ли болезнь, то ли мутация. Мое тело источает радиацию, но сам я от нее не могу не гибнуть. Вернее, ущерб здоровья есть, но незначительные. Что касается моих бывших друзей, то я сам их ненавижу. Открываю огонь, как только замечаю кого-то из них на горизонте. Где находится теперь их лагерь? Скорее всего, неподалеку от заброшенной деревни. За маленьким кладбищем. А теперь сдохни, грязный урод. А это все, что хотел я узнать. А его можно не убивать или еще? Вот. Да уж, не повезло бедолаге, но жить как-то надо. И он грузится, говорим мы, как может. Глядишь, и проживет дальше других. Все-таки мутации разные бывают. Но ты к нему без антирада не подходи. Рентгенов нахватишься, поддается внушению. Бля, с ним повторно поговорить нельзя, сука. Надо было дотыкать диалога. У него есть тайничок, ребята. У этого типа есть тайничок. Либо он мне даст пароль. Николя Тесла. Вот рождение какой-нибудь 1894, бля, сейчас. 1894. Еблысь? Нет, ладно. Ну, примерно там, где-то в тех годах, мне кажется, родился Николя Тесла. С ним можно еще раз поговорить с этим типом? Или сейчас придется переигрывать? Бля. Я переиграю ради внушения. Он поддается внушению. Он знает тайник, как бы. Это 100%. Так, ну-ка еще разочек, как говорится. Так для начала активируем сейчас силу. А что бы нам разобрать-то такого, что не жалко? При очищении позволяет дать информацию. А, ну вот, со спирали. А, спираль это плюс 5 килограмм дает веса, блин, нужна. Что-то еще у нас есть. Но линза нужна, по-моему, для лампы будет, кстати, в дальнейшем, если не ошибаюсь. Так что нельзя ее разъебывать. Но, блин, придется лишиться 5 килограмм веса, к сожалению. Другие арты не дают таких эффектов. Ну, отдает чертово яйцо, но это выносливость, она мне очень нужна, даже больше, чем эти килограммчики.
Короче, понятно. Это у нас получается еще как название артефакта спираль. Все, я понял. Заходим в F5. Смешанная верно. Группа. Спираль. Одна минута, ебать. Время пошло. У нас время ограничено. Убираем оружие, подходим. Говори, скажи мне одну вещь. Давай поделаюсь, у меня особенно хреново. Где находится отвлечный срон на черный день? Давай, давай. Это типа штука такая неудачная или что? Давай, посмотри мне глаза, скажи, где находится. Давай, давай, мне давай. Мне сдается, что все идет только какая хуже, же ты тварь, избирать больного человека последний. Ладно, вот координаты, жри мусор. Бросай оружие. Да в смысле? Да тебе все равно срать, ты почти бессмертный, у тебя вокруг зомби, у тебя тут своя армия, так что, ну, как бы о чем речь. Убивать его не собираюсь, оставлю его жить. Все, как жизнь, хреново, чем могу тебе помочь, Горемыка? Мне же на все пофигу, единственное, что не хочется, чтобы боль прошла. Человек такое существо, которое, да, окей, какой лекарств тебе нужно принести, у меня до хера всяких есть. Мутация не лечится никаким лекарством, вероятно, что облегчение страданий. Если найдешь достаточное количество обезболивающих, например, бупрофена, то не съеду, долго не останусь. Сколько нужно порций? Много пачек 20, ясно. Ага, 20 пачек ибупрофена нужно принести ему. Блин, у меня даже больше, наверное, было изначально, но я скинул часть. Так, ладно, ладно. Получи тайник. Кстати, он прямо здесь находится, на черный день. Ну, бля, простите, он зомби, тут ничего личного. 1856, немножко я ошибся, он, оказывается, раньше родился Николя Тесла у нас. Как раз-таки 8 ибупрофенов, ебать, хватает под расчет. Сюда. Сейчас будет забавно, если он даст нам тайник на черный день, типа, вот, ну, с помощью хорошего действия. Это будет прям странно. Как жизнь? Лекарства принести, сколько порций. У меня есть 20 пачек. Хорошо, что мне надо благодарить. Давайте научу делать отвары, что это такое. Жизнь полузомби заставила меня привыкнуть к подножному корму. Я знаю, что некоторые разведчики потребляют в пищу мясо мутантов. Методом проб ошибок я нашел несколько рецептов приготовленных отвара, дающих некоторые свойства сплинные воздействия. Например, повышает наносливость или самочувствие. Ебать, давай. Я, правда, ни хера не занимался варкой со времен задания на первой локации на кордоне, но пусть будет на будущее. Так, два тайника, черный день. Немножко репутацию еще подснизили, но что поделать, точнее карму. Я думаю, ему насрать, господи, на черный день, говорит, у больного человека. Ну, он же сам сказал, что уже не вылечится. Он это сам понимает, но при этом, типа, тешит надежду, что, а вдруг я вылечусь. Да нет, братан, ты уже не вылечишься, уже все, пиздец. Обратного пути нету, как бы, эту чумную сранину нужно было тормозить на зародыше. Сейчас твои клетки уже все переродились, тоже чистым образом зомби, и как бы, ну, вряд ли тебя вылечит. Максимум, как подопытного, возьмут там какой-нибудь сахаров и будут что-то с тобой курочить, но это ж не прикольно. Так что тебе эти вещи ни к чему. Леонардо да Винчи, блять, ну это 1365 какой-нибудь. А, ладно. Давайте Леонардо. Просто, говорится, гоняем немножечко по этим. Бля, Леонардо Ди Каприо, классно. Леонардо да Винчи. Да не то это, Леонардо да Винчи. Когда он родился? 1200, может, какой-то? 1452, я был прав. 1452, сюда. Ебать, копать, что Леонардо да Винчи, что? Леонардо, блядь, за что? Спасибо, спасибо, товарищ Леонардо, за ваше открытие. Я очень шокирован столь большим арсеналом артефактов. Я просто в шоке, туман какой-то поднялся. Что, блядь, происходит в этом мире? А вот там, кстати, вон трон стоит, тот самый, который царя. Да-да-да-да-да-да-да. А вот там, что за пиздец? Какой-то артефакт. Блин, тут слишком много появилось секретов. Их столько не было. Зачем так много секретов? Непонятно. Здесь тайник находится тоже непонятно где. Непонятно, как его подбирать. Что за приколдесы? Так, ладно, поехали к тому тайнику для начала. Сейчас сходим. А мы тут еще залетим наверх? А-а-а! Пиздец, приехали. Я как-то подымался на него, да? Блин, я не помню, то ли надо костюм скидывать, что-то такое, знаете, стандартные эти... А, я снял его, не скинул. Стандартные эти схемы, знаете ли, с костюмом. А он плоский, просто пипец. Давай, двигайся. Двигайся, я сказал, блядь. Еще, еще, брат, давай, давай. Мне вот этого миллиметра как раз таки не хватает, чтобы запрыгнуть сейчас сюда. О, на противогазе, отлично. Да, блядь, ну почти. Тихо, стой. На противогазике. О, потом заберу. Так, нихера. А, вот это тайник. Тайник, в котором есть детонатор и взрывчатка. Бля, заебись. Это действительно тот тайник, который был нам нужен. А нахера мне взрывчатка и детонатор? И какая-то охуевшая аномалия здесь летает просто вовсю. Прикольно. Блин, вот эти, конечно, тайники Жекана, это просто, это вот, ну... Чисто, кто говорится, круче, Жекан или разработчики ОП-2? Тут ребята понахерачили тайники так, что
Попробую разобраться. Так, костюмчик на себя. Блин, с отсутствием того арта у нас теперь 5 килограмм перегруза. Ничего не поделаешь. Придется терпеть. Мне кажется, на этой базе куда больше тайников, но что-то так впадло их все искать. Я столько артов уже нашел, что ну, только что мы подняли какое-то сумасшедшее количество артефактов. Мне, по-моему, столько, в принципе, не нужно, честно говоря. Причем они все, блин, не очень так крутые, если так посмотреть. Кольцо. Железные группы, арт. Ну, единственное, что как бы они там разных групп. Возможно, как-то подплавим, что-то получим. Так, а где тайничок-то? Сказано, что прям здесь. А я его... А, хрусталь. Плюс 8 килограмм. И патроны, кстати, для винтореза, для того самого. Плюс 8 килограмм, ёпсудей. Слушайте, не зря сломали. У меня почему-то сломался интерфейс, но это ладно, это бывает. Это, говорится, терпимо. Там столько тайников на базе, я уверен. Просто уверен на 250%. Это что такое? Рюкзак на дереве. А, да насрать на него. Так, царь. Плюс тут еще снизу у нас много еще интересного есть. Просто ходим в каких-то ебенях, занимаемся какой-то херней. Водка. Мне кажется, блин, можно всю выкинуть, чтобы не было перегруза. Пусть катится. Мы за здоровый образ жизни. Так, а это не те штуки, которые... Стоп. Кардигановские лаборатории. По-моему, впервые такую установку мы находим на свалке. Этих, как его, мошек ебучих. Возле дерева. Они там, по-моему, вообще что-то адски работают. Если не ошибаюсь. Короче, к этой штуке лучше особо не лезть. Я сейчас, конечно, подойду, чисто ради риска, чтобы проверить, да? Че и как. Но вообще, по-хорошему, эту хрень лучше не трогать. Это, типа, опасная вещь. Так, проверяю на наличие тайников. Блять. А залезть-то можно как-нибудь? На радиацию насрать. Абсолютно пихуй. Тут тоже динамит лежит. Его нельзя болтать, можно только подорвать. Блин, может реально подорвать его, не знаю, ради прикола. Нет? Вообще ноль эффект. Как будто это какой-то скрипт для дальнейшего какого-то квеста. Не знаю, для какого, правда, но ладно. Так, у нас там есть труп, который можно для начала осмотреть и прочитать, что он нам скажет. Чтобы не лезть, типа, сразу, говорится, ногами вперед в эту срань. Потому что зачем нам это нужно, правильно? Правильно. Здорово, мужик. Инфа Митьки. Так, Митька, ну-ка, давай-ка поведай мне свою инфу потрясающую. Что ты знал? Болотце, где снорки живут, рядом коробка в кабине КамАЗа. Болотце, где снорки живут. А-а-а, рядом коробка в кабине. Я понял, это не здесь. Это не про это место, это он про болото, которое вот здесь. А, ну он даже пометил мне этот тайник на карте, я понял. Так, слушайте, давайте-ка не будем сейчас играть судьбой. Да. Я помню, в прошлый раз, когда мы сюда подошли, я обосрался. При виде этой хуйни. Это мой болтик лежит такой беленький, красивенький, или что? Или это тоже какой-то арт? Еба, я что-то поднял. А что это было? В смысле, это была стекляшка? Или жаба? Наверное, это жаба была. Кровотечение. Растительная группа артефакт. А чё я поднял? Да непонятно, но что-то поднял. Ладно, пусть будет жаба. Но там, короче, была аномалия со стороны, да, ты подходишь, откидываешься, вспомнил. Прямо когда я его видел, я сразу вспомнил, говорится, эту ситуацию. Блядь, 63 антирада, откуда перегруз? Конечно, Владос, откуда? Непонятно вообще, вопросы есть к перегрузу. Так, пошли к этой, к ложе царя. Ну, вроде как забрал, но это, скорее всего, жаба была. У нас не было до этого жабы. Конечно, могу ошибаться, аж посветлело. Прочесть записки эти. Да, это в точку. Да, это в точку. Но других артов новых я здесь просто не вижу. Еще и в единственном числе. Так что вполне возможно, это оно и вправду. Блин, у нас считает, тачка находится хуй знает где просто отсюда. Так, палаточка, палаточка царя. У меня аж игра пролагала просто страшнейшим образом. Его тайничок и его трон вон справа находится. Так,
Еще одни ботинки разведчика. У нас, по-моему, ровно такие же, прям слово в слово. Да, не смысла же их подбирать, наверное, скорее всего. А, записка царя. Там вот идет это. Не пытайтесь найти меня, я стал частью зоны, частью уникальной экосистемы, ее мира. Не просто слился с ней, а занял то место, которое полагалось мне по праву, место царя. Ибо человек — это царь природы, а зона тоже природа, хотя ее извечная человеком. А я ее повелитель, я ее царь, царь зоны. Угу. А это типа он идет или... А-а-а, нихера себе! Ах, кто это такой здесь подошел? А вот они! У этого бедолаги совсем снесло крышу на почве единения с природой, и ты с ним поосторожнее, а то еще кусит. А, это и есть царь? Нихуя себе, здорово. На колени, тварь! Что, простите? Покорись царю! Ты что, шизик? Я человек, я царь природы, царь зоны, повинуйся мне, тварь! Успокойся, мужик, давай поговорим. Ах, ты сволочь благодарный, я тебя накажу! Да подожди, я тоже человек. Какой ты еще нафиг человек? Ты же кровосос, обыкновенный кровосос с щупальцами. Ты понимаешь, что ты поехал? А, уродина! Че, блядь? Че происходит? Мужик, стой! Да, мужик, давай поговорим! Че за херня, братан? Мужчина! Куда он бежит? Опа, блядь! В ректор аномалии сдох. Ну ты и баклажан, конечно. Интересно, куда это он? Да хер его, как теперь его лутать, этого придурка. А у него ничего не было с собой, только водичка и две картошки, блядь. Вот и поговорили, как говорится. А он нас довел до своего трона, где находятся два кровососа. В красивой форме стоят. Что за бред? Псевдопес застывший. И тайник сверху, и стульчик. А в тайнике мозг. Артефакт представляет собой мозг какого-то млекопитающего, заспиртованного в банке с формалином. Скорее всего, это бывший экспонат из кабинета биологии Припятской школы. Можно приручить мутантов, а ваша карма при этом понижается. 3 раза в сутки. Воздействие распространяется на всех мутантов в радиусе 20 метров. Приученный мутант перестает на вас нападать и атакует своих сородичей. Чтобы использовать сонность, повесьте на артефакт на пояс, нажмите Z. Ну, это прикольная опция, но пользоваться я и не буду, потому что моя карма и так, как говорится, ниже некуда. Поэтому, если еще вот такие вещи я буду пользоваться, то я вообще все сломаю. Так, что у нас осталось? Радиостанция, телепорт, нычка, херичка. Уничтожить контрабандистов. А, мы теперь получили собственных лагерь. Но я туда сейчас, наверное, не пойду прямым путем, потому что тачку оставили, что разное дело. Надо следить за машинкой для начала. Иначе будет невесело. Там у нас котики стоят. А вот там я вижу, либо это динамит опять, либо это, кстати, тайник. Но хер его знает, не буду туда идти. Сейчас для начала вернусь все-таки за тачкой, подберу ее и поеду по кругу. Ну, потому что на машине в любом случае быстрее. Плюс я как раз поеду через болотце, проверю там тайничок. Ну, короче, если предыдущая серия была такая, знаете, по квестам, которые сюжетные, то эта серия по квестам, которые хипами какие, типа. Просто что-то делаем, какие-то ребята странные, какие-то... Какие-то цари тут свои местные. Какие-то, блядь, шизики. Что происходит, непонятно. Тут тоже, блядь, полузомбарь. Ибупрофен забрал весь мой. Ну ладно, если новый куплю, это не страшно. Там среди тайников... А, вон, я уже отсюда тайник вижу. Вон он наверху красненький. Блин, ну так впадлу за ним лезть. Короче, пусть он лежит там все дальше. Ну понятно, что там тайников много в этой точке. Я думаю, штучек 5 мы нашли максимум 2-3, короче, копейки. Впереди у нас кабаны, кабанидзе. Кстати, отсюда хороший вид на тайнике открывается, действительно. Ладно, погнал к машине. Да, пиздец. Аж не хочется теперь эту локацию играть, просто хочется ее закончить и забить хер. Потому что, ребят, у нас тачка угодила там в какой-то баг, не знаю, возможно, это склон локации сюда снизу. Потому что здесь она нормально гоняла, она не едет больше никуда. Я пытался выбраться, короче, бросил ее там, она просто не едет. Возможно, есть такой баг, у нее забыгались колеса. Они типа въехали в текстуру на пару сантиметров и дальше просто не работают. Короче, пиздец. Ходим ногами, я в полном перегрузе как бы. Прям в лютом перегрузе. Так, логово снорков мы нашли. Сейчас, наверное, надо забрать тайник из кузова. Понятно, что оно тихим ходом, как бы, ну, ты идти-то можешь, как бы, по факту, да, добираться. Но это неприятно. Я на тачку такие надежды возлагал, а я на ней поездил, блин, 5 секунд. И на этом приключения тачки закончились. Да ебать, стой! Мужчина. Еще? Да куда? Все, все. Надо, кстати, будет еще проверить само болото, там что-то, возможно, будет в болотце.
Так, в кузове тайник, сказали. Вижу. Два артефакта. Радиация. Блин, мне по какой-нибудь ебейший арт на выносливость, товарищи. Не то вообще даете. Прикольные, конечно, приколюли мы находим, но немножко не такого формата. Так, B190, ебашим. Ну тут, да, но я предполагал. Я поэтому и кинул, собственно, болтик. Там, возможно, есть какой-нибудь арт посреди этого болотца, но риск просто ебейший. Сигнал помощи радиус 50 метров, довольно метко. Опа! Так, инфашфондера. Сейчас для начала, наверное, ее прочтем, потом пойдем по метке на СОС. Бля, столько точек на карте, что глаза разбегаются. Инфашвондера, это что такое? Что мы там получили-то? На фабрике на большой круглой цистерне на коробочке. Блять! Он мне дал еще один тайник. А, на коробочке, это краски, походу, которые я видел. Тайничок. Потом поднимем его. Есть ли в этой штуке что-нибудь интересное? Вот в чем вопрос. Там прям вспышки молнии, но вопрос, есть ли там какой-нибудь артефакт, за который стоит рисковать своей жопой. Аномалия колючка 1, аномалия колючка 2. Орущий зомби 3. Ну хер знает, я здесь особо ничего не вижу. Вон мой болтик лежит. То есть я здесь не вижу арта, за который стоит своей жопой рисковать. Походу его здесь просто нету. Я так понимаю. Только мои болтики валяются и все. И две аномалии и колючки. Ну, ладно. Тогда просто выходим. Так, сигнал СОС пришел. Ну идем, 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 идем. Не, кстати говоря, вот между нами, как говорится, пацанами. Блять, пиздец, конечно, перегруз. Ёбаный стыд. Может реально, блядь, это как-то скинуть нахуй, я не знаю. А куда мне столько? Вы слишком источны, чтобы двигаться. Я понял, сейчас водички ёбну. Я в том плане, что немножко, конечно, ритмика выбивается. Сейчас вспоминаю свое первое прохождение Жекана, когда мы шли сразу на свалку. Как-то поприятнее шло. Окраина, блин, это реально, это фарм-точка. Но ее вроде как разработчики связали по сюжету, поэтому приходится ее играть. Тут пару квестов, которые надо сделать, а в основном, типа, я бы, конечно, не советовал здесь прям шариться. Потому что она начинает просто меня вот как бы заебывать сейчас. Чувствую, знаете, небольшой заеб внутри себя. Потому что уже подустал. Локация слишком гигантская. А что такое лежит? Локация просто гигантская. Собака мертвая, прикольно. Поэтому транспорт здесь багает. Квесты не особо связаны, так сказать, с ну или нет. Блять, ебаная псина. Еще одна псина. А, это какая-то дамочка здесь. Нихера себе. Сейчас для начала мы рассмотрим здесь местных щелчков, которые валяются. Инфы от него нет, понятно. А с этого мужичка инфа есть? Инфы я нету. Уже ничего. Какой смысл? Ничего не вижу. В смысле, ты не видишь эту девушку? Кого-нибудь ждем? А, слышал про такую пословицу, все женщины-кошки. Так вот, это про нее. Бля, я сейчас вспомнил все женщины-кошки, сука. Ну давай, попробуй превратиться, сейчас тебя, блядь, просто размажу. Падла. Сейчас я сразу все перезаряжу. Ты в порядке? Ох, вроде, Маришка. Ранение есть? Нет, эти псы почему-то не тронули меня, но мои друзья... Сочувствую, кто ты такая? Что здесь, как здесь очутилось? Мы туристы, за деньги договорились с одним человеком, он привел нас сюда. Думали, что тут безопасно. Но потом навигатор почему-то заглючил, а стрелки компаса крутились в разные стороны. В общем, мы заблудились. А вы кто такой? Я разведчик, небось, не трону. Большое спасибо, что защитили меня от этих уродливых собак. Скажите, а вы здесь один? У вас есть напарники? Не, напарника нету. Слушай, надо тебя отвезти куда-то. Вспомни, куда вы пришли. Не помню, у меня в голове все смешалось. А вот валерьянка у вас найдется? Валерьянка? Это что зачем? Потому что я люблю валерьянку, а еще люблю одиноких мальчиков, особенно их мозги. Не понял. Таких как ты. Что? Ебаный китикет. Ха-ха-ха. Давай, превращайся в кошечку. Мяу. Пизда коту. Ой-ой-ой-ой-ой. А у меня сил нет убежать. Минус кот. Минус два кота. Пиздец, меня съели. Ебать, ловушечка хорошая, сочная ловушка. Блин, у меня даже нет особо этой херни, чтобы себе, грубо говоря, саму себе помочь, честно говоря. Но в том плане, что выносливости не хватает.
Чем же я это заслужила? Да хер его, значит, заслужила. Ты в порядке? Бля, конечно, по-хорошему ее бьёбны, да и все. Группа девушка. Нихуя себе, это отдельная группа, я так понимаю, да? Тихоньки-хахоньки, ну полетели еще раз. Сейчас просто, бля, с калаша будет разъеб. Может, какую-то аномалию закинуть ее, слушайте? Мяу! Я нихуя не вижу. Бля! Главную кошку разъебали, это самое главное. Чисто кустик, спаси меня. Нихуя не вижу, что происходит. Аптечка вошла в ход. Вау, 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 вау. Тихо, 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 тихо. Котики, котики. Сюда, раз, сюда, два, сюда, три. Готов. Минус кошечка. Минус вторая кошечка. Минус третья кошечка. Еще одна кошечка сдохла. Не вижу ни хера, только, бля, крики кошаков. На, сука. На, падла. Иди сюда. Бля, меня после укуса трясет. Это последний ибупрофен, кстати говоря, был. У меня до хера еще морфина есть, но это немножко не то. Так, это вот самая лютая кошка из всех была. У нее есть шерсть, блядь, это артефакт шерсть просто. Ни хера себе. Сильная штука, я вам скажу. Кстати, три типчика было. Откуда третий, непонятно. Было ж двое вроде бы. Но они все пустые. Артефакт шерсть. То, что ребята там себя на лапки налезало. Комок остающейся шерсти, по-видимому, кошачьей, пройдя через желудок мутанта, превратился в уникальный артефакт. Слепые псы и псы-собаки, кусая вас, получают ответный урон. Ебать! Ну, слушайте, неплохо. Меня особо часто кусали псевдопсы, но теперь будет, наверное, еще меньше кусать. Так. Банда, собственно, лагерь этих засранцев. Ну, пошли, пошли. Правда, 6 патронов, мне кажется, все просрал, да, у нас? Осталось что-то там 6 патронов, наверное, на все про все. А ну, разрядить. Не, 24 патрона. Ну, в принципе, на хорошую заварушку должно хватить. Потом, наверное, я еще вне серии потрачу лет 800 на изучение этой потрясающей деревушки. Что тут, скорее всего, просто ебаный миллиард тайников. Ну, это будет, как говорится, вне серии. Там что-то... мне обещали какие-то там, не знаю, несметные богатства, экзоскелеты. Ага. В этой деревне есть чем поживиться. Какой смысл? Что ты видишь, кукла, блядь? А, она не пометила нихера, кстати говоря. Так, ну как обычно, ребят, заиграла какая-то музыка. Не уверен, что она без АПшки, потому что это не стандартная сталкерская музыка. Она, кстати, кула тут сказала, что... Опа, а, вот, я налил ей водички, она попросила себе воды, типа, аномальной. Я вроде как активировал эту штуку и нашел еще в урне какую-то монетку аномальную. Только где она есть, я не знаю. А, может, кстати, сейчас я вставил, чтобы использовать. Там просто в урне на входе была монетка, я использовал, как бы, и все сработало. Стопка, уникальный артефакт, который образовался из старого гранитного стакана. При ношении этот артефакт в инвентаре, выпитая водка, снаряд вам здоровья. Ебать, весело, как бы, конечно. Есть вот такая вот штука у нас здесь, с тремя хорошими сырками. Вот, я пока трогать не буду. Если вдруг вопросы какие-то по киндоквестам у нас появятся, я буду иметь в виду, что можно здесь активировать, как говорится, и, ну, сами понимаете. Кукла сказал, что здесь можно поживиться, да, в этой деревушке. Это логично, здесь до хера, мне кажется, тайников. Вот, найти бы их, как говорится, все, но это немножко попозже будет. Для начала сейчас пойдем разберемся все-таки с контрабандистами, а потом уже не разбираться с всем остальным. Нужно добраться будет до блокпоста военных, скинуть все лишнее, потому что тут у нас, блядь, взрывчатка какая-то, ну, прям куча мусора. 30 антирадов, это все прям супер-мега лишнее, которое нам, ну, типа, не позволяет нормально бегать. А как бы я хочу бегать. А здесь как бы заперте, понятно. Плюс, не забываем, что у нас еще есть ключик от какого-то потрясающего гаража, нам как сказали. Это что такое? Это прям аномально так вот стоит. Так, слушайте, ну это не просто так 100%, это заход походу в здание сверху. Шли к контрабандистам, как обычно, наткнулись на миллиард тайников. Заинтересует разве что скупщиков барахла. Приемник, 2,5 килограмма, бля. Еще 2,5 килограмма, ну что ж такое-то, а? Куда я столько нести-то буду? Так, спустились в это потрясающее помещение. А оно заперто и изнутри... А, тут лестница есть. Так, и что мы здесь должны найти? Блин, музыка что-то прям близкая, не знаю, к кому-то Интерстеллару или же этому... Солярису. Надеюсь, без АП, пожалуйста. Так, это у нас что такое? Радио, которое я использовать не могу. Тайника здесь нету. Странное помещение. Зачем я сюда попал, пока что не ясно. Может, оно, кстати, какое-то сюжетное будет в дальнейшем, а я сюда типа рано пришел. Такое тоже бывает, но сейчас сломал диван. Это я, конечно, блядь, изверг.
Там вроде нихера нету, я так мельком гляну. Здесь тоже ничего. Как, в принципе, и здесь. Здесь все забетонировано, я не знаю. Может, какие-то там тайные телепорты есть, которые нас могут подраскинуть в разные точки. Хер его знает. Что-то на улице похмурнело. Ну, как вариант, сюда можно было реально подняться только ради приемника. Ну, как вариант. Хотя, конечно, странный расклад, типа, ради приемника, который нужен какому-то скупщику. Такие вещи делать было бы супер странно. Так, ну и выход в чисто поле. Трупов пока не вижу. Вижу зомбарей. А, так лагерь, походу, разъебан этих, как его, контрабандистов. Блин, уникальное место. Я не помню, по-моему, в модификации последний стал. А, нет, фотография. Мы здесь душ выпускали из могил. Конечно, звучит странно, я понимаю, но... Вот такие модификации рядом с сталкер. Так, ребята. Чумные ребята. А, он ранен, он, кстати, не умер, пиздец. А, они отчасти как бы не трогают меня, честно говоря. Может, их тоже не трогать. Он ранен, но не убит. Надо быть, надо сделать так, чтобы он был убит. Бля, они так смотрят здесь на меня, как будто это их могила. Я как бы пришел и мешаю им. Мол, мы здесь как бы жили, а ты вот так вот, падла. А в тайнике патроны на калаш, кстати говоря. Я очень счастлив этому. И до сих пор играет эта странная музыка, или когда она, блядь, кончится уже? Пожалуйста, музыка, кончись. Здесь у нас, скорее всего, наверху, я так понимаю, это пометила кукла, у нас тайник один из, да? Я даже не собираюсь, уж, честно говоря, тайники, они меня задолбали. Это тайники с ресурсами, у меня 40 хилок, мне некуда их пихать, простите. Так, а это лагерь как раз-таки контрабандистов. Опять кто-то суется, куда не просят. Опа! Опа, блядь, а нас тут, походу-то, принимают? Вот и перестрелка началась. А у нас калашик жесткий. Шансов пацанов, конечно, нихуямба вообще нету. Да, ребята. Ваше вооружение против моего настолько ничтожно херовое, что... Как бы слов нету, одни эмоции. Еще остался? А, мистер главный ученый еще остался. Ну и он тоже спекся. Не почувствовал. А, где они все были? На дереве, что ли? Что за десантура, блядь? Чип-чип и Дейл, блин, на помощь спешат. Тайник, ёбстудей. Куртка контрабандиста, костюм посыльного, улитка на плюс 10 килограмм веса, слеза, гриб, ебанешься. А куда это все пихать? Что они, кстати, дают? Выносливость становится быстрее. Плюс выносливость! О боже, спасибо. А, так, что? Цены при торговле выгоднее, антирад выводит больше радиации. Ух, бля, я даже не знаю. Ну, наверное, костюм посыльного мне больше нравится. Хотя они оба пиздаты, я бы, конечно, забирал их оба. Но вот этот костюмчик явно лучше. Скинет это свой обычный комбез разведчика. Я могу второй забрать, чтобы можно было идти, да. Замечательно, выносливость становится быстрее. Это вообще, это супер. Я по-моему, вообще быстрее стал двигаться, в принципе. Лол. Может быть, именно с этим костюмом теперь можно будет запрыгнуть туда на нычку к винторезу? Я какой-то резкий стал. Так, а когда музло кончится? Я уже устал от этого белимканья. Там чьи-то глаза были. Черные глаза. Понимаю, туминарю. Я уже ничего, ничего не чувствую. Михалыч, контрабандист-новичок. Бля, в ССПшники. Контрабандист-новичок, ребята. Ну, вот так вот, блядь, контрабандисты живут. Мойша. Савик шустрый. Это вообще как бы зомбер. Это Глеб. У Глеба был пистолет ТТ. Обычный целый ТТшник. Мне он нахер не всрался. Так а кто у вас здесь за начальник это был, а? С кого спрашивать? А, вот он, кабан. ПДА главаря кабана, блядь. Каким-то, не знаю, в обдрисках, блин. Без нормальной снаряги. Что за приколы? Так, менты оборзели, открыли на нас настоящую охоту. Пока что перекантуемся в временном лагере. А курьеру, который принесет груз, передать, что место встречи изменилось. Встреча у лично заброшенного хутора. Встречу лично у заброшенного хутора. А, теперь нужно вернуться, типа, доложить, что так и так спецоперация, да, я так понимаю? Доложить Чернову? Да, все, я понял. Вот там у нас находится тайник. Блин, ну ладно, ребят, на этом предлагаю серию завершить. Нудно, очень нудно, честно говоря. Но вроде как уже эта локация подходит к своему концу. Сейчас нам осталось смотреть деревушку. Смотреть деревушку досконально. Я, наверное, сделаю это сам вне серии. Квесты с контрабандюками тут осталось, по-моему, 2-3 и все.
Проверяем тайники, да и сваливаем. Набивать свои карманы вот настолько до усирачки, честно говоря, особого смысла. А чё мы в какой-то херне надеты? А, это мы в костюме контрабандиста? Не, давай туда. А, так это я все это время бегал в костюме контрабандиста. При этом он какой-то резкий стал. Во, блин, странная ситуация. Короче, завершаем сейчас здесь квесты. Дальше-то почили на свалку. Там будет, мне кажется, много приятнее, потому что свалка, я вот сейчас вспоминаю, она очень продуманная. Как, в принципе, вторая часть кордона, на которой мы еще не были. Все-таки, как оно и было, так оно и осталось. Окраина, это такое место для фарма, то есть на выбор каждого. Я бы не советовал сюда идти, честно говоря. Заходите, делайте парочку квестов сюжетных и забивайте хер. Очень нудная, очень растянутая, не знаю, лично меня напрягает эта локация. Мне здесь не нравится. Да, много интересных вещей подбираешь, но тратишь на это несоразмерно большое количество времени. Мы бы сняли, наверное, уже серии 200, блин, на свалке, которые шли бы, ну, по сюжету. Здесь теперь находится рация, еще одна. А, это не тот ли тайник этот? Тайник мертвеца, это не он случаем? Подождите, а я не активировал рацию? Ну, подожди, я же активировал, вроде как, заглянул на локацию. Алло, не работает, нет? Кого-то закопали. Что-то выкопать что-то. А, и тайник с карты исчез? Это и есть тайник. А что я подобрал с него? Ничего. Мне сдается, все только хуже и хуже. А что я забрал-то? Что за наебы? Может, могилку-то копнуть, слушайте, но она на карте не помечена. Что-то лопатка не используется, нихера. А что за странная ситуация-то? Походу, что-то забагалось уже, слушайте, сейчас скрипты, блин, прилетят, и будет очень весело. Но тайника здесь дополнительного я не вижу. Там ничего не было, кузов не открывается. Странная вещь. Что-то вырытая могила, ежик какой-то непонятный, лопата. И рация. Странно, очень странно. Ну да ладно, ребят, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, всем удачи и пока-пока.